Всех приветствую, братики, на канале Разума, на канале Здравого, на канале Смысла. С вами Дмитрий Вайс. Сегодня я хочу такой сделать обзор, можно сказать, на мультфильм, на союз мультфильм, на, так скажем, мультик из прошлого, да, наверное, моего детства. Не знаю, как вашего, но я его застал еще, помню, в детстве. Меня он так прикалывал. Я сейчас хочу с точки зрения вот взрослого человека, да, как бы посмотреть и как бы обсудить, понять вообще, что тут произошло вообще, что тут происходит. Ну, кстати, коротенький, там минута 25. Вот сейчас давайте посмотрим, как бы сделаем какой-то анализ вообще в целом. В общем, да, мы видим котенка, который, ну, это котенок по имени Гав. Он боится грозы, и, в общем-то, сидит здесь как бы на чердаке, там в окне идет гроза, идет сильный дождь, и его вот ищет вот этот его друг, да, его пес, ну, друг, неважно. Вот как бы это основное, да, основной посыл. Вот он говорит, а давай бояться вместе. Вот в этом есть какой-то глубочайший смысл на самом-то деле. Я долго не понимал вообще, как бы, о чем речь на самом-то деле, как бы, да, я там по Ницше, по Фрейду начал что-то как-то какие-то разборы делать, но потом понимаю, что это что самое ни на есть, самая вот эта вот социальная привязанность, да, но если мы как бы берем животных, но на самом деле это, мы что понимаем, что это не животное, это как бы мультик-то о людях просто, потому что их очеловечили, они же умеют общаться, значит, по сути, это те же самые люди, просто в облике животных, и вот котенок сидит, значит, да, на чердаке, идет сильный дождь, гроза, ужас, то есть, и он боится, и приходит его друг, и говорит, давай я тоже буду с тобой бояться. То есть эта ситуация на самом-то деле, как бы она из ряда вон вообще выходящая. То есть, потому что, ну да, это мы берем что-то детский мультик, это поучение детей, то, что нужно всегда быть друг с другом, помогать друг другу во всем, и в беде, и в счастье, и в горе, да. И вот даже когда такая ситуация происходит, как бы гроза, да, ужас, то есть это, если там действительно какой-то катаклизм, то это, грубо говоря, смерть для там беззащитного котенка, который ничего не может сделать, ну, хотя он в доме находится, ну, так или иначе, он боится, понимаете, и тут приходит его друг на помощь, как бы, что давай будем бояться вместе, ты боишься, и я буду вместе с тобой, и мы объединимся, и мы будем такой командой, самой настоящей. Вот. Это происходит. А знаешь что? Пойдем лучше вниз бояться. И вот, собственно, ему надоело бояться. Говорит, давай пойдем вниз бояться. То есть, и получаем такой разворот сюжета, что якобы у котенка, ну, с грозой, да, вот его там, как бы, ну, гроза — это эфемерность, на самом деле это может быть любая проблема в жизни у человека, это и есть гроза. И вот когда у котенка какая-то проблема, ну, к примеру, там, да, сейчас, секунду, да, в общем-то, я остановился на чем, как бы, его друг, маленький щенок, да, хотел помочь ему в его проблемах, то есть, да, это, условно говоря, ну, какая-то действительно проблема, беда у человека, примерно, да, и вот он в ней варится, тут приходит друг на помощь, и он такой помогает, а потом говорит, а мне надо, мне
я устал бояться, типа, пойдем лучше вниз бояться. Да, там, где проблем, соответственно, нету. И там хорошо будет, и как бы все по-прежнему, и все будет отлично. И вот тут будет сейчас самый-самый твист, который, то есть, которым я хотел сказать. Нет, здесь грозы совсем не слышно, поэтому и бояться неинтересно. Я лучше пойду и снова побоюсь на чердаке. Да, вот этот самый переломный момент, когда действительно котенок Гав, который говорит своему другу, который ему помог, ну как бы сплотился с ним и взял тоже его как бы вместе, и они начали бояться вместе, после чего они спустились, и он говорит ему, что я не хочу здесь бояться. Я хочу бояться наверху, то есть я хочу обратно в свою вот эту вот стезю, в свои проблемы, да, которые действительно мне не давали покоя, которым я постоянно ненавидел все, что вокруг, но я хочу обратно туда, то есть я хочу обратно вот в этот зловещий ад, вот где эти проблемы, да, я понимаю, что типа ты мне помог, но я не хочу... То есть жить обычной жизнью, то есть я хочу вернуться и опять вот быть вот в этой в колее того, что там мне страшно, идет гроза, и я как бы вот это выживание, да, понимаете, как бы. И вот, собственно, они опять боятся. Ну да, и концовка, как бы они смотрят, гроза закончилась, они счастливы. То есть, это как бы аллюзия на то, что да, как бы проблема не было, так это, она все равно пройдет, все в этой жизни проходит, и даже и гроза пройдет, и что бы там ни было, да, любые проблемы, они тоже уйдут, растворятся, или как-то что-то с ними произойдет рано или поздно. То есть, и вот как бы это и есть как бы основная мысль сюжета, что как бы на самом деле-то, если вы боитесь, если вам страшно, то вам нужно погрузиться в это и не прятаться где-то, а если вам еще кто-то помогает в этом, так это вообще шикарно. И вообще идеально не прятаться, а наоборот погрузиться в эту проблему, раствориться в ней и насладиться той же грозой, да, так называемой. Ну, все ведь боятся грозы, ну, по крайней мере, в детстве, наверное, боялись ее. И когда ты вот в этой грозе находишься, уже наслаждаешься ей, вот этой вот проблемой извне, которая к тебе приходит, да, и она решается намного проще, во-первых, во-вторых, она все равно уходит и проходит, и тебе еще проще, тебе еще легче. И вот об этом как бы серия, о том, что трудности можно перебороть и пройти через это, а если тебе еще какой-то кто-то в этом помогает, так это вообще прекрасно. То есть вот мне нравится этот мультик, вот такой вот анализ. Но с вами был Дмитрий Вайс, мы на канале Разума, на канале Здравого, конечно же, на канале Смысла.